Здравствуйте, в эфире программа «Знакомые лица». И сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Российской Федерации Алена Аршинова. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Алена, хочу с вами поговорить по-женски, потому что обо всем... Вот как. Да, и сразу. Готовы? Попробуем. Попробуем. Алена, вот знаете, когда вы только появились, когда вы стали депутатом Государственной Думы, и мы узнали, что у нас будет такой депутат Алена Аршинова, было очень много разговоров и разных слухов. И все думали, кто такая Алена Аршинова, откуда она появилась, чья она, кто за ней стоит. Ходили даже такие разговоры, что ваш папа служил с Владимиром Владимировичем Путиным. И вот все-таки хотелось бы узнать, кто за вами стоял, или как получилось, что вы стали депутатом? Очень интересный вопрос. Я не знаю, насколько... Вы таких версий не слышали? Вы знаете, я слышала такие версии. Более того, я читаю блоги и очень люблю пользоваться интернетом, поэтому, естественно, разные варианты событий, значит, наши блогеры разворачивали. Вот. Но я вам скажу, что действительно у меня отец служил в Дрездене, и приехал он туда, если не ошибаюсь, в 83-м году. Служил, по-моему, до 89-го года. Там родилась и я в 85-м году, и в 87-м у меня родилась там сестра. Вот. Но, насколько я понимаю, если время совпало, наверное, они служили в разных войсках. Во всяком случае, от папы я никакой информации не получала. У меня папа вообще не очень разговорчивый на тему своей работы, поэтому я вам скажу, что за мной стояла молодая гвардия, за мной стояла партия, потому что я активный член нашей партии, поэтому, наверное, я скажу, что, в общем-то, это предпосылка одна, что я работала. И поэтому я баллотировалась, мне было предложено Народным фронтом войти в списки партийные на выборы парламентские. Я приняла это предложение, но я не рассчитывала, что я стану депутатом. Я просто работала, знаете, это как в «Д'Артаньяна и мушкетеры», когда спрашивали Портоса, а ты как, что, почему? Он говорит, а я дерусь, потому что я дерусь. Да? То есть я занимаюсь тем, что мне нравится. И мне всегда нравилось вникать в какие-то проблемные ситуации. Мне никогда не хотелось пройти мимо, когда у кого-то проблема. Поэтому я просто делаю свою работу, и все. Вот спустя уже некоторое время вы можете сейчас сказать, что да, я была морально готова к этой работе? Вы знаете, да. Я могу сказать, потому что то, что я делаю сейчас, не сильно отличается от того, что я делала до этого. Да, я развивала другие проекты, я развивала проекты доступности интернета для наших студентов бесплатного, я развивала и другие проекты, международные проекты, и в партии очень старалась быть полезной. Но сейчас это уже более образовательные проекты, более специализированные. Это проект по дошкольному образованию, о доступности детских садов. Просто, может быть, немножечко профиль меняется, ответственности больше становится, потому что ты понимаешь, что от тебя зависит, будут ли деньги в следующем году на детские сады или их не будет. Поэтому это то, чем сейчас вот мы эти дни занимаемся, мы выбиваем у Министерства финансов средства на строительство детских садов, новые средства. Поэтому я не могу сказать, что большая разница. Да, больше стало обращений, хотя обращения были и до этого. Люди обращаются к тем, кто хочет помогать, а не у кого статус. Поэтому здесь разницы я бы особой бы не делала. Вот возраст никогда не мешал, когда люди обращались с какими-то вопросами, их не смущало то, что вы молодая и красивая? Нет, абсолютно. Если я хочу помочь, какая разница, сколько мне лет? Тем более, как я выгляжу. Есть, вы хорошо выглядите. Есть такой замечательный фильм. Вы тоже хорошо выглядите. Спасибо, член правительства, да, старый фильм с Верой Морецкой. И этот эпизод очень часто показывают по центральному телевидению. Там Вера Морецкая стоит за трибуной и говорит, стою я перед вами, простая русская баба, мужем битая, попами пуганая, врагами стрелянная, живучая. Вот знаете, фильм этот был снят в 1939 году. Очень давно. Но мне кажется, что в принципе женщина и политика, да, в принципе, вот эта ситуация женщины в политике, она не изменилась. На женщин всегда нападают. Я не могу сказать, что на женщин нападают сегодня в политике. Может быть, стараются давлеть авторитетом, или, может быть... А задвигать не стараются? Задвигать, вы знаете,
все друг друга иногда задвигают. Это либо специально, либо случайно получается, неизвестно, да, но тем не менее, потому что и конкуренция в политической сфере очень высокая, и нужно быть профессионалом для того, чтобы в ней удержаться, и нужно иметь желание помогать, потому что, вы знаете, от добра добра не ищут очень часто. Поэтому действительно очень часто задаются вопросом, ну что ей надо в политике? Но, наверное, бы лучше бы вышла замуж, родила бы много детей и так далее. Все еще впереди? Все еще впереди. Просто в моем случае вопрос стоял так, что я просто училась, я просто ставку делала только на себя и старалась вкладывать в себя ресурсы. Это количество прочитанных книг, это количество написанных работ, кандидатская диссертация, множество курсовых, дипломных. Я писала в университете курсовые даже за свою группу, за очень многих товарищей, потому что я была старостой. Как истинная молодогвардейка. Ну, наверное, но это дело не в том, что ты молодогвардейка или нет, это твой стиль жизни, и это ответственность называется. Я не могу сказать, что я не хочу семью, я очень хочу семью, и действительно хочу очень много детей, потому что, ну, это, мне кажется, самое главное для женщины, когда есть семейное счастье, потому что у меня очень много сил, очень много энергии, и у меня есть ощущение, что я знаю, что такое поступать правильно или поступать неправильно, и куда нужно посвящать свое время. И мне хотелось бы это передавать, мне хотелось бы это вкладывать, формировать правильных, справедливых, добрых, ответственных людей. И, конечно, это должно быть у себя дома в первую очередь. Ты должен быть ответственным за своих детей, ты должен создавать общество не только потому, что ты чиновник и так далее. Нет, ты должен воспитывать новые поколения. Мне кажется, это правильно. Вот какой мужчина выдержит столько красоты и ума сразу? Сильный мужчина. То есть вы рядом с собой видите только сильного, самодостаточного? Обязательно. Взрослого или можно ровесника? Ну, или рядом с ровесниками чувствуете себя мудрой? Если вам со стороны мудрой. Кажется, что я сильная женщина, то обычно сильную женщину может позволить себе только сильный мужчина. Когда вы приехали только в республику, да, в Чувашию, вот первое впечатление о республике какое у вас было? Очень благоустроенная столица, очень приятные люди. И у меня было ощущение, поскольку я жила в Приднестровье очень долгое время, и у меня до сих пор продолжает службу мой отец, и мама живет в этой республике, она очень многонациональная. И мне почему-то показалось, что я приехала сюда как в Приднестровье. То есть мне показалось, что она как родная мне республика. Потому что здесь тоже разные национальности, потому что здесь тоже разные языки. И сложный язык, самое главное. Потому что для меня, когда я учила молдавский язык, он мне казался очень сложным. Потом с течением времени все немножко казалось по-другому. И сейчас, когда стала учить чувашский язык, он для меня казался невероятно сложным. Мне казалось, как это можно освоить? Он невероятно сложный. А потом, когда ты начал привыкать вот к этим урокам, то стало как-то полегче. Действительно, я не могу сказать, что я там добиваюсь больших успехов, но то, что я иду немножечко потихоньку. Ну, да, хотя бы понимаете то, что говорят. Стараюсь понимать. Да. А вообще завоевывать доверие людей сложно? Вот вы приехали, конечно, в республику, да, вас никто не знает, вы новый человек. Вот с какими сложностями вы сталкивались, с какими трудностями? Ну, потому что есть стереотипы. Всегда очень сложно преодолевать стереотипы, что ты молодая, и, как вы меня спросили, вы чья-то, кто за вами стоял, зачем... Чья вы дочь, чья, да, жена, чья, вы дочь, чья подруга. Да, да, чья подруга и так далее. Хотя вот это, мне кажется, самое сложное, преодолевать говорите, эти сама стереотипы. Я сама по себе, я умная, я красивая, я молодец, потому что, когда ты всегда умею, в оправдательной, да, ситуации, у тебя уже сложно очень поверить. И поэтому мне не хотелось отвечать на те вопросы, которые изначально ставили меня просто в объяснительную ситуацию, да, в оправдательную ситуацию. Я не хочу оправдываться ни перед кем. Мне либо доверяете, либо нет. А вот если бы, например, сейчас нужно было подводить итоги проделанной работы, да, вот в графу «сделано», что бы вы поставили и что бы поставили в графу «предстоит сделать»? Ну, вы знаете, кратенько. Я веду для себя маленький внутренний отчет, что получается, что нет. Во-первых, мы работаем слаженно с главой и с правительством. И мы очень хорошо понимаем, что можно сделать на уровне республики и где нужна я, в какой момент, для продвижения имени республики или для участия в конкурсах или для преодоления каких-то
барьеров, может быть, административных, чиновничьих и так далее. Поэтому, может быть, когда нужны дополнительные деньги в республику, может быть, когда нужно выбить радиоволну. Mm-hmm. Или, может быть, поспособствовать... Спасибо за радиоволну. Да, поспособствовать, например, выигрыше в конкурсе в каком-то. Мы еще пока что ожидаем, я поэтому пока не буду говорить. Постучим. Да, постучим. Я очень надеюсь, что получится, потому что мы общаемся с людьми, мы стараемся продвигать республику, показывать, что здесь очень многое меняется, что здесь очень благоустроено и красиво. И люди трудолюбивые, поэтому об этом знают многие. И уже между нами я вам скажу, что меня многие называют чувашкой в Думе. И я даже сижу в таком блоке. У нас, значит, здесь сидит представитель депутата от Башкирии, я, получается, от Чуваши, здесь соседка от Калмыкии и Татарстан рядом. Еще два человека Татарстан, то есть вот как-то вот так я окружение так... Окружение у вас достойное. Да, то есть, да, мы такие народности, значит. У вас есть чувашский национальный костюм? Вам, наверное, бы очень он пошел. Вы знаете, да, мне было предложено, вот главой, кстати, было предложено, чтобы я на одно из мероприятий появилась в чувашском национальном костюме. Это будет здорово, правда. Я с удовольствием, да, поэтому я присматриваю себе такой костюм, потому что я очень люблю национальные костюмы, и они же не зря просто придуманы. Ну, конечно. Они формировались веками. И это лучшее, это эссенция того, что можно вынести из культуры, потому что здесь подчеркивается национальная краса. Алена, сегодня очень часто ругают молодежь. Вот ее ругают за ругают то, что она, да, она меркантильная, что она ленивая, ничего не хочет делать, ей все равно, она равнодушная. Вы тоже молодежь, и вы встречаетесь с молодежью. Вот ваша точка зрения, какие у нас сегодня молодые люди в основной своей массе? Моя точка зрения не совпадет с той, какую вы предложили. Меня это радует, я не предложила, я спросила. Хорошо, значит, это была провокация. Да, я вам скажу, маленькая. Что у нас молодежь, наоборот, очень прагматичная сегодня. Она очень хорошо понимает свое место в истории. Она очень хорошо понимает, что самое главное – это образование, и получать его надо вовремя. Они понимают, что нужно разбираться и в политическом устройстве государства. Поэтому у нас каждое поколение, на мой взгляд, становится еще более активным и прислушивается. Но прислушивается в каком случае? Они слушают разные точки зрения и выбирают самую для себя приемлемую. Это не означает, что они с вами согласятся, но они партнеры. Они часто спорят с вами? Да, часто. Вы включаете что, депутата или включаете женское обаяние в таких ситуациях? Ни то, ни другое. А что? А я как человек, просто как человек, который считает себя адекватным, который понимает, что эта точка зрения имеет право на существование, и мы ищем истину вместе. А вот не бывает такого иногда? Вот общаетесь, да, с молодежью, со своими ровесниками, да, которые, может быть, чуть старше, чуть младше, а вы чувствуете себя намного взрослее и опытнее их. И думаете, чум, молодые, вот вам бы мой опыт. Нет, такого не бывает, и... Просто это разный склад. Каждый выбирает для себя, чем он занимается в жизни. Бывает ведь такое, что наоборот, я себя чувствую, что я чего-то не посмотрела, чего-то не увидела в жизни, потому что я, например, провела время за книжками или я занималась другими делами, государственными, скажем так, чем вот могла бы знать что-то другое. Вот я сколько вас вижу вот сейчас, да, но мы... Встречаемся, конечно, на официальных, да, мероприятиях. Вы всегда, у вас строгая прическа, у вас строгий костюм. Вот вы позволяете себе иногда сейчас просто распустить волосы, там, сделать какую-то такую прическу, да, одеть открытое платье, яркое, и прийти вот такая вот красавица? Ой, спасибо, что вы меня спросили об этом, потому что, вы знаете, во-первых, я не могу себе позволить работать с распущенными волосами в ярком открытом платье, с яркой помадой. Но иногда и так далее. В Госдуме показывают это девушек депутатов таких. Но, вы знаете, каждый выбирает для себя форму самостоятельно. Я ее выбрала. Я себя чувствую комфортно. Там, без яркого маникюра, без яркой помады и без открытых платьев. Ну, конечно, я женщина в первую очередь. Я ну, конечно, хочу иногда, мне надоедают да? шпильки. Это же очевидно. Тем более, что у меня длинные волосы, и мне вот нравится, когда я чувствую себя свободно. Но да, у меня есть свободные дни, и это дни выходные, когда я могу одеть как
любая другая молодежь, молодая девчонка или молодой парень, я могу обуть кеды, джинсы, свитер растянутый и просто пойти погулять. Но если мы говорим о работе, то это абсолютно сдержанная форма. То есть все-таки встречает по одежке, все-таки нужно соответствовать. Конечно, статусу. Да. Но вы же тоже встречаете по одежке. Так делают все. И если нет какой-то сдержанности, если я буду проводить встречи, подчеркивая, значит, там, свое женское обаяние или используя это, ну, это будет глупо. Не для этого вы пришли. Конечно, в политику. Нет. А как вы отдыхаете? Вообще есть время для отдыха? Может быть, за границу ездите отдыхать? Конечно, есть. Это неправильно, что у кого-то нет времени для отдыха. Если у человека нет времени для отдыха, значит, он работает уже неэффективно, КПД снижается, поэтому уже и голова мыслит не так, как должна была бы и как могла бы. Поэтому время для отдыха есть. Больше всего я люблю просто в укромном уголочке ютиться, завернувшись в одеяло, с чаем и с книжкой. Никого не видеть, не слышать. Я очень люблю взять, набрать несколько книжек и прям читать одну за другой. И я чувствую себя очень хорошо, что я много успела, когда я успеваю прочитать несколько книг, сделать важные пометки. И я чувствую, что я отдыхаю. А вы что читаете? Очень разные книги. Это может быть и художественная литература, это может быть и какие-то важные для меня просто вещи. Ну, например, что я считаю важным, это, например, экономика. То есть я беру базовые книжки по экономике, и я их штудирую. Или, например, по международным отношениям, например, глобальные или проблемы глобальной безопасности. То есть это стратегия внешней экономической политики нашей, например, или других стран, конфликты, конфликтология, как их урегулировать и так далее. Или, например, стратегическое планирование. Ну, это одна категория книг. Рядом с вами книг. Должен быть не просто сильный мужчина, он должен быть вообще сильнейший и умнейший. Посмотрим. Значит, а вторая категория книг – это очень интересная художественная литература. Ну, например, что я сейчас начала читать. Вы знаете, что скоро в прокат выйдет фильм «Географ Глобус пропил». Вышел, да. Вышел, да, уже, наверное. Хочется сходить посмотреть. А я хочу успеть прочитать книгу, а потом сходить посмотреть. То есть я вот начала ее читать. А потом Мартин Иден, например, ну, меня просто покорил. Или «Голем». Вот я не перестаю просто восхищаться этой книгой. Вы заместитель председателя комитета по образованию. Да. Вот с вашей точки зрения, да, сегодняшнее образование, очень много о нем говорят и очень часто его критикуют. Вот все-таки больше положительного? Я тоже критикую. Вы тоже критикуете? Я тоже критикую, но как только, значит, я немножечко отвлекаюсь от нашей ситуации внутри нашего государства и выезжаю, например, в поездки. Сразу защищаю, да? В Финляндии нет, дело не в том, что я защищаю. Я интересуюсь зарубежным опытом. Ну, например, я только вернулась из такой официальной поездки в Финляндию. Мы виделись, встречались с президентом, с премьер-министром, с парламентариями. Мы очень много встреч провели, очень интересных, со спикером парламента, с генсекретарем, с партиями разными. И вы знаете, они только начинают делать какие-то вещи, которые мы уже сделали в нашем образовании. Например, моя любимая тема – дошкольное образование. Они только сейчас подходят к тому, что делаем мы. Они говорят, знаете, мы детскими садами практически не занимались. У нас нет такого, как у вас, что это ступень общего образования. У нас нет программы такой в детских садах. А ведь они говорят, а ведь вообще-то психологи говорят, что ребенок как губка впитывает в возрасте до 5 лет в большей степени. И говорит, мы таланты не можем все извлечь. Это как полезные ископаемые. Раскрыть этих детей потом в школе, потому что они упустили в детских садах. Это почему мы сейчас всячески стараемся развивать эту тему детских садов, чтобы была доступность для каждого. Поэтому вот в образовании я хочу сказать, что мы держим марку. И у нас очень много иностранных студентов. Просто мы себя очень строго спрашиваем. И, например, финны просили, ну вот, предложили увеличить квоту для финских студентов в наших университетах. Это же означает, что, в общем-то, есть спрос на наше образование, конечно. Они понимают, что мы большой сосед, и что мы очень перспективное государство, и они оценивают нас как очень быстро развивающаяся страна. А как вы относитесь к такому критерию эффективности вузов? О нем тоже сегодня очень много говорят. И многие у нас вузы попали в неэффективные. Знаете, я просто не согласна, что это называется мониторингом, потому что у нас есть Рособорнадзор, который
там, лицензирует образовательную деятельность, аттестует и так далее. Я просто считаю, что это, наверное, мог бы быть внутренний аудит самого Министерства образования. И, наверное, он не должен быть таким публичным, этот внутренний аудит. Это просто сделать собственные выводы, где ты пропустил, где ты недоработал. Потому что, в первую очередь, это оценка самого министерства. Хотя я понимаю, что очень долго никто ули не ворошил. Никто не занимался системой высшего образования. Мы же начали реформу, вот когда Владимир Владимирович пришел, начали со школы реформу. И начали насыщать технологиями школы, чтобы они были более-менее новыми, комфортными, безопасными, и интерактивные доски, и компьютеры, и так далее. Да? То есть сейчас мы видим, что школа выглядит иначе, не так, как раньше, не так, как 10 лет назад. Теперь мы и за детские сады взялись, и за школы, и за университеты, потому что, в принципе, системно, да, более-менее работаем. Я не могу сказать, что плохо, что происходит этот мониторинг. Но он должен быть объемным, он должен быть понятным тогда, если он происходит. Он должен быть тогда каким-то предсказуемым для многих, но он для многих, наоборот, непредсказуемый. Хорошо, что мы добавили, там, попросили новые еще критерии добавить, но, по-моему, он измеряется не так, как хотелось бы. То есть они смотрят на биржу труда, да, сколько выпускников там без работы, например, каких университетов, но это же не объективно. Абсолютно. Как, может быть, там по специальности могут вообще не работать? И что такое по специальности? Вот я социолог, и я одновременно депутат. Я по специальности работаю или нет? Ну, так. Вот я считаю, что я работаю по специальности, потому что социолог – это врач общества. Да. Поэтому, вот, что касается мониторинга, то, конечно, мы следим, всячески вмешиваемся. И, конечно, я считаю, что упразднять университеты, там, сливать – это очень тяжелые процедуры как для коллективов, так и для студентов, так и, в общем-то, если это региональные университеты, то иногда исчезают из регионов вообще университеты, не остается ни одного. И очень строго судят профильные свои университеты, подчиненные университеты – это педагогические университеты, очень строго. Я считаю, что раз уж это ваш университет, то можно было бы с ними работать по-другому. Я то, что сейчас говорю, я высказывала и в адрес министерства, к сожалению, много не услышано осталось, и мы будем следить за судьбой каждого отдельного университета. Вот депутатом нельзя быть всю жизнь. Вот дальше, после Государственной Думы, вы где себя видите? Вы знаете, там, где я смогу принести пользу. И там, где я смогу совместить, наверное, и рабочую свою жизнь, да, и семейную, да, чтобы мне хватило обязательно на это времени, потому что вот круглосуточно работать, наверное, это не правильно. А вы себе планку какую-то не ставите? Вот там, например, да. Президент? Нет. До такого-то возраста я буду вот заниматься вот этим, а дальше все на это закрываю и иду дальше. Это бесполезно. Бесполезно, да? Конечно. Нет, очень важно не проморгать тот момент, и важно об этом помнить. И работать надо над всем, да, и над своим физическим воспитанием, заниматься физкультурой, себя держать в форме. Вы занимаетесь йогой? Как часто? Вы знаете, не так часто, как хотелось бы, но я стараюсь. А успехи есть? И на фитнес стараюсь ходить. Успехи? Нет, я держусь на том уровне, наверное, на котором вот очень давно закрепилась. Я все равно потеряла очень многое за последние годы, потому что... Что вы потеряли? Во-первых, время, да, то есть у меня нет столько времени для того, чтобы заниматься и утром йогой, и вечером, да. Утром, например, такой динамической йогой для того, чтобы разогнать энергию, для того, чтобы чувствовать себя очень бодро, а вечером релаксирующей йогой, да, то есть расслабиться перед сном, как-то, да, успокоиться и чтобы был здоровый сон. Поэтому у меня теперь столько времени нет, и это все происходит гораздо реже, и йога теперь для меня не делится на такую и такую, то есть дай бог урывком как-то чуть-чуть позаниматься и бежать дальше. Вас достаточно часто приглашают на федеральный канал участвовать в различных программах и ток-шоу. Вот вы почему туда ходите? Вам интересно эта работа или все-таки это способствует? Знаете, я стараюсь в последнее время не ходить на ток-шоу. Вы такая яркая, что вас, в общем-то, если вот вы уже были, вас просто не могут не приглашать, потому что у нас мало хорошо говорящих, думающих и симпатичных людей. Не так много. Сделали мне такой скрытый комплимент. Да, но... я открыто сказала это. Но я вам скажу, что мне не очень нравится ток-шоу, потому что ток-шоу очень часто проблемы не решают. То есть там не нужно, чтобы ты пришел и решил проблему. Они хотят просто показать, что обличить общество, что есть такая проблема. Ну, наверное, может быть,
я недооцениваю эти ток-шоу, что иногда хотят просто показать, чтобы обществу самому за себя стало стыдно, что, например, соседи даже не знали о проблеме вот своих там буквально там живущих, соседей, живущих буквально в 15 метрах там от них и так далее, да, там в частном секторе. Но сама суть, что, в общем-то, когда я приходила туда с уже подготовленной, с решением каких-то проблем, это вырезается, остаются только какие-то повышенные тона, эмоции и так далее. Поэтому мне, конечно, это не нравится, потому что я заранее старалась, я знала тему, знала проблему, я этих людей находила, мы старались прорешивать варианты вот с моей командой, и я приходила уже с готовым более-менее результатом. Это вырезалось, это никому не нужно. Слушайте, было. А телеведущей вы не хотели бы стать? Я опыт не знаю. Колоссальный. Все остальное. Никто есть. Об этом не спрашивал. Еще. Наверное, может быть, стоит подумать о том, чтобы дальше, возможно, как-то, чтобы это стало профессией. Ну, это, наверное, не у всех получается. Это, наверное, должен быть талант, призвание, может быть, к этому. Все я не то, знаю, я ни разу не пробовала. Все то, что вот вырезает, это ведь можно будет и не вырезать, а доносить до людей. В общем-то, вы мне напомнили, знаете, я один раз пробовала опыт ведущей, но это была... Значит, я была было. Ведущей рубрики «Неделя лидера», когда шла президентская кампания, и кандидатуру свою выставил Владимир Владимирович Путин, и мне нужно было рассказывать еженедельно о новостях, о том, где он был, как что, но в такой интересной форме. Мне понравилось, мне очень понравилось. Сначала я чувствовала себя... Слушайте, ну у вас даже вот сейчас глаза загорелись. Скованы. Вы с удовольствием об этом вспоминаете. Вы знаете, я точно знаю, что не пропаду. Вот, это я точно знаю, потому что мне все интересно. Я надеюсь, что это чувство никогда не пропадет. А вот заряжаетесь вы от чего? От людей, мне кажется. Все-таки знаете, людей больше хороших? Мне очень грустно становится, когда я вижу тех, кто старается нажиться на социальных деньгах, да, на государственных. То есть мне это просто выводит, и, вы знаете, ну, какая-то как будто вот уныние какое-то даже наступает. Но, с другой стороны, думаю, ну, хотя бы вот на этом месте я не дам этим людям заработать на этих деньгах, да, то есть там украсть и так далее, да, то есть я не могу там с обвинением ни в чей адрес, но иногда кажется, что какая-то коррупция где-то там, нотки где-то звучат и так далее. Вот, поэтому это касается распределения там денег на детские сады, их расходования и так далее, поэтому я очень тщательно слежу, и я все вижу, вот, поэтому хотелось бы, чтобы все внимательно очень расходовали средства, потому что это очень важные деньги, мы очень тяжело их выбиваем, поэтому хотелось бы, чтобы все 100% денег доходили до людей. И в завершение нашей программы я всегда задаю своим гостям вопрос, о чем вы мечтаете? Я мечтаю о большой семье. Я даже вижу эту мечту, это большие праздники, когда собирается большая семья, много детей, много внуков, все добрые, порядочные, воспитанные, образованные и россияне, чтобы ничего не менялось, потому что слишком много наша страна пережила, поэтому я мечтаю, чтобы наша страна была очень сильной. И поэтому я очень надеюсь, что тот вклад, который государство делает в наше образование, что это зернышко прорастет через наши будущие поколения. Алена Игоревна, спасибо, вам за это интервью, за то, что вы нашли сегодня время, пришли к нам. С удовольствием. Я очень рассчитываю, что вы будете частой гостьей нашей телерадиокомпании. Приглашайте. Успехов вам и всего самого хорошего. Пусть все ваши мечты сбываются. Спасибо и ваши. До свидания. До новых встреч.